скоро она научит тебя готовить. И будешь есть все, что захочешь. А сейчас голодай. Может, она как-то ревнует, что вы уделяете время ей или что? Так, ну понятно, она ревнует, стресс, но чтобы вот прям настолько диктаторский тон. В детдоме же вас не учили готовить. Вот ты ничего и не умеешь. Ты вообще ничего не умеешь. У тебя в школе одни двойки. Ты даже чай нормально сделать не можешь. Ты это понимаешь? Вообще, уходи на улицу. А я скажу маме, что тебе у нас не понравилось. Станешь бомжами, как твои родители.